Москве на площади Пушкина состоялись большие соревнования по штыковому бою. Участники соревнований – бойцы всевобуча. Учитесь штыковому бою. Штык – надежное оружие в борьбе с врагом. На Энском заводе все шире развертывается предмайское соцсоревнование. Ни минуты не простаивают станки. Коллектив завода самоотверженно трудится, по-стахановски выполняя фронтовые заказы. Готова еще одна партия минометов. Средства трудящихся, собранные от займов, помогают готовить все новое и новое оружие фронту. Неувидаемой славой победоносных боев с врагами покрыт героический крейсер Черноморского флота «Красный Кавказ». Приказом Наркома военно-морского флота экипаж крейсера преобразован в гвардейский. За отвагу, за храбрость лучшие из лучших награждены орденами. Дивизионный комиссар товарищ Азаров вручил ордена награжденным. Орден Ленина инженер-капитану третьего ранга товарищу Купец. Орден Красного Знамени старшему лейтенанту Коровкину. Своей грудью защитил он комиссара Семина, спас ему жизнь. Орден Красной Звезды сигнальщику товарищу Краковскому. Орден Красного Знамени краснофлотцу товарищу Пушкареву. Слава морякам-гвардейцам!
смоленских лесах. Энская кавалерийская гвардейская часть скоро должна выступить. В районе деревни Р наша артиллерия подавила все засеченные огневые точки противника. Приказано занять селение. Приказ выполнен. Еще один населенный пункт очищен от немецко-фашистских оккупантов. В освобожденное село вернулись скрывавшиеся в лесах жители окрестных деревень. Вперед! На запад! Идут коногвардейцы, их ждут наши братья, они несут им свободу.